Что делать, когда иронию судьбы уже посмотрели, а от салата оливье ничего не осталось? Конечно, идти на прогулку. Тем более, что впервые в Подмосковье проходит фестиваль городской среды, который так и называется «Выходи гулять». В Одинцовском районе первыми в нем приняли участие жители Кубинки. Местом праздника стала детская площадка во дворе дома номер 5, расположенного на Нарофоминском шоссе. Ее установили в прошлом году по программе губернатора Московской области. Нужно, чтобы все вышли во двор и занялись спортом, активными играми и немножечко компенсировали вот это свое ничего не делание. Поэтому праздник нужный. Вот эти две очень важные задачи – объединиться и знать друг друга, и дружить с соседями. Это раньше, как поется в знаменитой песне, день рождения справляли и навеки провожали всем двором. Теперь же соседи редко дружат, чаще даже не знают друг друга в лицо. Такие фестивали, как «Выходи гулять», созданы, чтобы возродить былые добрососедские традиции. Такие мероприятия в целом, они способствуют созданию внутренней какой-то атмосферы позитивной в поселении. Объединяет людей, сплачивает их на хорошие дела. Пока дети увлеченно играли с аниматорами, взрослые участвовали в турнире по мини-футболу. Программа фестиваля городской среды была составлена так, чтобы интересно было всем. Отличный праздник для детей. Такое удовольствие получили. Невозможно просто. Мы очень рады, что вот такая организация хорошая в Кубинке. Прекрасно. По итогам соревнований спортсменам вручили кубки. Для детей же кульминацией праздника стала беспроигрышная лотерея. Кому-то досталась шоколадка, а кому-то подарок и посолиднее. Взял с закрытыми глазами просто. Ничего не смотрел и выиграл. Как-то сам не понимаю как. Билет. Билет куда? На елку. На елку. Ты его выиграл? Да. А как ты его выиграл? Танцевал. Праздник завершен, но юные жители Кубинки не торопятся отпускать сказочных персонажей. А те, правда, и не спешат уходить, готовы продолжать веселье. Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Подмосковье в середине декабря и продлится до марта. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».